Алена, спасибо, что благодаря вам я приехал в Швецию, чтобы найти самый узкий переулок в мире, но, к сожалению, это сделать мне не удастся. Потому что посмотрите, какие просторы открываются здесь. И это абсолютно оправдано, потому что Швеция – огромная страна. Она четвертая по величине европейская страна, а живет в ней 9 миллионов во всей. Здесь, в Стокгольме, 850 тысяч. Ну, представляете, в столице государства. Поэтому найти здесь узкую улочку не представляется возможным. Ну, зачем им строить узкую улочку, когда вот. Вот это один из небольших переулков в Стокгольме. Но, может быть, есть где-то поуже. Пойдем посмотрим. Ну вот, вот, слава богу, не зря съездил в Швецию. Вот он, переулок. Ну, это уже другое дело. Видите, три человека идут, еле протискиваются. Ну, еще я добавлюсь, и все. Но чтобы это был самый узкий переулок в мире, я не представляю себе. Может быть, есть уже, кто знает. Ну вот, и это узкий переулок. Машина целая едет. То есть здесь табун лошадей может пройти. Все-таки в Швеции нет узких переулков. Может, я и не найду этот маленький переулок. Хочется пить. Для этого нужно накачать немного воды. Это уже современная водокачка середины 18 века. Новодел. А вот я накачал воды, попью. Здесь, в Стокгольме, воду можно пить практически из луж. Абсолютная экология. И если даже я не найду этот узкий переулок, то, по крайней мере, вы полюбуетесь вот этими поразительными древними улочками, потому что эта часть города, Стокгольма, относится к 17 веку. Здесь нету ни машин, ни огромных толп туристов, почему-то они сюда не доходят, в этот квартал. Так что посмотрите настоящую шведскую старину, а я продолжаю искать узкий переулок. Не нашел, все излазил. Вот это Гамластан, это историческое ядро. А что это вот эту щель? Он... Извините. Вот эта щель, это и есть этот переулок. Вот он. Да. Мартин Троцех Грэнд. Он был сначала Траусберг, но когда он приехал из Германии, его шведы переименовали в Троцех. Факт остается фактом. Это самый узкий переулок, который существует в мире. Такая версия, так утверждают шведы. Я, не знаю, могу измерить. Я, естественно, всегда, когда хожу в узкие переулки, беру с собой рулетку. Говорят, он должен быть 90 сантиметров. 92. Это один из самых широких узких переулков. Причем интересно, что этот переулок, тоже он единственный в своем роде, потому что он с лестницей вниз, он уходил в воду. Там была вода. Но за всего за 700 лет, то есть за микроскопический промежуток времени, город поднялся, вырос на 3 метра. Смотрите, толпы туристов идут смотреть на самый узкий переулок. Раз идут толпы туристов, значит, так оно и есть. На самом деле легенда такая существует. Если вы весите 140 килограмм, вполне может быть, что вы получите тот приз, который обещают экскурсоводы тому человеку, который застрянет в этом переулке. Я советую на всякий случай прибавить килограмм 10-15, вот 155 вы точно здесь застрянете, как вот вся эта толпа, видите, они на грани. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не застряли? Нет? Нет. Вы сколько весите? Пока еще нет. 117. 140. Надо 140. Будем работать. Ну вот, закончился этот переулок. 36 ступенек. По идее, должен выйти в воду, но уже 3 века воды здесь нет. А старая шведская улочка. И заканчивая рассказ, я зайду в маленькую таверну и выпью за замечательного человека Мартина Троцеха, благодаря которому этот переулок мы и нашли. А ресторан, кстати, носит его же имя.